Всем привет! С вами на связи команда Aquis. Сегодня мы проводим серьезное тестирование напитка Изониум. Мы пригласили профессиональных спортсменов и предложили им испытать воздействие напитка Изониум на организм во время тренировки. Итак, давайте знакомиться с нашими участниками. Привет, меня зовут Артем Бромат, и я являюсь представителем и учителем школы тренеров HLS GO. И, естественно, я занимаюсь фитнесом и спортом, в том числе кроссфитом. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я сотрудник компании Aquis, и также я кандидат мастера спорта по полиатлону. Привет, меня зовут Назарова Маша, я занимаюсь бодибилдингом, и я являюсь тренером клуба Flex Gym. Всем привет, меня зовут Владимир Долматов. Спортом я занимаюсь 10 лет, тренерской деятельностью занимаюсь 93-го года. Перед началом тренировки все спортсмены прошли анализ крови в лаборатории Aquis. Результаты анализов до и после тренировки вы увидите в конце этого видео. Ребята, всем привет! Вы уже сдали анализы крови. Теперь вам предстоит выпить напиток Изониум. И у нас начинается часовая тренировка. Все спортсмены, участвующие в эксперименте, оставили отзывы. И сейчас вы услышите, как Изониум повлиял на результаты тренировки. Первое, что я заметил, это то, что дышится реально по-другому. Даже вот сегодня какой-то простенький комплекс я делал, я знаю, как бы я на нем дышал, и сколько бы времени мне нужно было как-то разбивать, дробить, отдыхать. Пока впечатление полностью положительное, я очень надеюсь, что это именно эффект вот этого. Проверяю уже второй раз напиток Изониум. Могу сказать следующее. Работоспособность повышается, потому что не чувствуется такая жесткая утомляемость в условиях зала, потому что обычно нехватка кислорода, а при употреблении такой проблемы не возникает. Тренировка прошла достаточно легко. Пить хотелось мне, как мне показалось, меньше, чем когда пьешь обычную воду, и насыщение приходит быстрее. Ну и вода пьется легче, реально легче. Тренировка прошла классно, не нужно было постоянно бегать, пить воду, не было сумасшедшей жажды, как часто бывает на силовых тренировках. У меня положительные отзывы, мне понравилось тренироваться, именно выпивая эту воду во время тренировки. Я потренировался, через 20-30 минут я почувствовал небольшое такое как бы облегчение, что могу еще более сделать выносливее, то есть сделать несколько, еще один какой-нибудь подход. Вот, и, не чувствовал такой сильной усталости, как я обычно чувствую. Ну что же, давайте вместе с вами сравним результаты анализов наших спортсменов до употребления Изониум и после активной тренировки.
сами видите результаты работы напитка. И они действительно впечатляют. Я вас благодарю, что остались с нами до конца этого видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. С вами на связи была команда Aquix.